Три новых автобуса марки МАН. Один из крупнейших магаданских перевозчиков, компания «Магадан Авто», презентовала пополнение в своем автопарке. Мероприятие посетил мэр Магадана Юрий Гришан. Новые машины направят по маршруту Магадан-Аэропорт. По словам сотрудников предприятия, технику приобрели за свой счет. Качество услуги повышается, людям это нравится. Единственный минус, ну, придется нам тарифы поднимать. Ну, постараемся не намного. Вот. Ну, будем еще обновляться. Мэр города Юрий Гришан отметил, что хороший автобус – внешний облик областного центра. В планах городских властей обновить весь пассажирский транспорт. Единственное, что меня как мэра мучает, это вот внешний вид нашего автовокзала. Мы сейчас приступаем здесь к ремонту электросилового хозяйства. Там все плохо. С кабельными линиями, с сантехникой. Завезли уже в Магадан технологию по изготовлению пакетов витринных алюминиевых блоков. Будем в этом году менять остекление и вентилируемый фасад делать. Тогда у нас преобразится хоть немного наша точка этого. Новые машины уже вышли на линию. Владимир Сатин работает водителем на предприятии «Магадан Авто» почти 10 лет. Рассказывает, что новые автобусы намного удобнее прежних. Шофер не так сильно устает. Технические характеристики данной модели отвечают климатическим особенностям территории. Ну, на этом автобусе дисковые тормоза, независимая подвеска спереди. То есть это очень устойчивый антигололед и анти... Ну, то есть современно. Ежедневно на линию выходит 15 автомобилей компании «Магадан Авто». В аэропорт каждый день выполняется 25 рейсов. Новые автобусы очень вместительные. Этот комфортабельный, как говорят водители, автобус рассчитан на 55 мест. Особенно это важно во время пандемии коронавируса. Здесь легко соблюдать социальную дистанцию. После каждой поездки транспорт обрабатывают хлорсодержащими средствами. Все пассажиры заходят только в масках. В таком автобусе, уверяют специалисты, людям будет комфортно в любой сезон. Зимой здесь будет тепло, а летом, благодаря кондиционеру, прохладно. Елизавета Сипайлова, Вероника Янушкевич, «Магаданское время».